избушка, избушка, стань к лесу задом, ко мне передом. Явился, неждан, незван. Чего надо? Почти полдень. И на дворе минус 9 градусов мороза. И это пока на ближайшие километры последняя постройка до тех пор, пока можно будет перевести дух. Потому что несколько километров неопределенности. И у нас сегодня впереди большой пробег. Привет, привет, привет. Ну и что? Вот и первые сюрпризы. Оттуда мы бежали и вот должны были бежать вдоль железнодорожной насыпи в том направлении. Сам видишь, что здесь нетронутая целина. Дорога есть только в эту сторону. Ну вот, и у нас изменяется намеченный маршрут. Зима с глубоким снегом приносит свои сюрпризы. Ну вот, сюрпризы начинаются. Нет, конечно, это не сюрпризы. Вот эти тюки колхозной соломы. А сюрпризы. Сюрпризы вот какие. Вот тут обычно летом есть вполне нормальная грунтовка. По ней даже ходят машины. А сейчас только какой-то одиночный путник прошел. Ну и нам предстоит все-таки проверить, можно здесь бежать или нет. Эти несколько километров до ближайшей деревни. Вообще, когда я пускался в сегодняшний пробег, я зашел на карты Гугла и нашел вариант зимний. Смотрел, как зимой здесь выглядит, есть ли какая-то тропка, ходят люди, ездят ли машины. До определенной поры следы показали, что да, какие-то машины ходят. Потом все обрывалось. Ну, сам понимаешь, колею от машин со спутника можно увидеть. Нормальную тропинку можно увидеть. А уже ненормальную тропинку или там какие-то совсем узенькие тропочки в один шаг, конечно, ты не рассмотришь. Поэтому сегодня я вот на свой страх и риск пустился в путешествие. И смотри, что девственная белая целина. Вправо-влево, и ноги проваливаются в глубокий снег. Я тебе скажу, конечно, да что скажу, надо сначала выбежать куда-то к нормальной дороге, а потом, может быть, я что-то смогу сказать. Туман. Туман над лесом, который на той горе. Спросишь о глубине снега? Ну, если вот сходить с той дороги, которую я знаю, то кроссовки проваливаются полностью. Поэтому бегу здесь. И правильно делаю, что бегу по тому пути, который знаю. Вот и деревенька. Ух ты, смотри. Так, ладно, собаки нас еще ждут. А я
перешел на шаг, потому что здесь этих собак много, и я знаю, что здесь, что собаки здесь. Ну да, надо немного пешком пройти, чтобы они не нервничали. Потому что если побегут, тут они снесут пол деревни, будут срываться своих цепей. Ну что, теперь можно и бежать. Так, дальше опасно, потому что завалюсь. Речушка журчит и уходит куда-то вдаль. И несмотря на то, что она такая маленькая, но сильная, потому что никогда не останавливается. И от того, что всегда двигается, не замерзает. Летом в этом месте огромное, огромное болото, километры. Впрочем, смотри, какая красота. От замерзшего инея эти все деревья выглядят так празднично. Да, необычно. Ты знаешь, что смотрю, и совершенно необычно, потому что все это выглядит летом по-другому. Это необъятная гладь воды. А это этот чудесный, чудесный лесной край. Так, ну я тебе скажу еще одно. Вот это спасательная станция на берегу моря. И в принципе по всем канонам дороги всякие должны были быть закончены. Но здесь в лес, и опять я вижу следы автомобилей. И это уже для меня удивительно, потому что дальше определенно ничего нет. Дальше просто лес, 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 и никуда нельзя добраться. Поэтому будем бежать и смотреть все-таки, куда же кто-то на машинах ездит. Вообще-то у меня есть одна догадка, кому нужна подобная дорога в лесу. У нас-то вон в 200 метрах море, вода, и рыбаки. Рыбаки такой народ, который зимой. Ух, самое интересное, мы с тобой так глубоко углубились в лес, что здесь вот следы видны. Кто это? Наверное, белка. Ну, что-то маленькое. Чудно. Знаешь, сегодняшний пробег показал. Кстати, следы машины закончились. Дальше нет. Вот здесь есть. А вот тут смотри, что. Такая какая-то штуковина, какой-то сруб с крышей. Да, и здесь можно хорошо, наверное, посидеть, отдохнуть. И такая полянка летом хороша, но кто-то и зимой был. И ты знаешь что? Теперь все стало на свои места. Вот на каком-то вездеходе приехали, вот здесь развернулись, вот там
отдыхали. Но это наша крайняя точка. Теперь наш путь лежит в другую степь, потому что тупик, он и в Африке тупик. Так вот, продолжу. Ты знаешь, что иногда, отправляясь в беговое путешествие за город, надо и рисковать. Я вот сегодня планировал свой путь, ну, посмотрел, предполагал, что где-то у меня впереди может оказаться тупик. Но сегодня этот мой тупик сдвинулся на несколько километров дальше. Я увидел что-то новое. И, во-первых, у меня увеличилась трасса, и она пролегала в хорошем месте. И я нашел совершенно незапланированный путь. Какие-то так такие тоже чудики, как и мы с тобой, кто бегает зимой. Ну, а эти за другим зачем-то, за рассветом, отправились вглубь леса. И хорошо для нас, что у них был вездеход или внедорожник, и что они тоже рисковали. Все-таки это лес, и застряв здесь, кого будешь вызывать, и кто тебя сюда будет тянуть. Поэтому вот такие всякие находки. Да, очень классно, что мы нашли такую интересную избушку. Веточки под инеем, и на них висят такие замерзшие ягодки. И еще одно. Зимние маршруты пробегов за городом надо тщательно планировать. И если ты предполагаешь, что у тебя будет впереди поле, то на всякий случай должен захватить с собой гамаши, если ты рискнешь его форсировать вброд по снегу. Либо должен запастись запасным вариантом маршрута. Если ты углубляешься в лес, то должен знать, насколько у тебя хватает сил. И чтобы тебе вернуться назад, не стоит увлекаться. Ну и, конечно, должен рассчитывать, чтобы у тебя хватило до финиша питья, воды. Ну, вот такие вещи и советы. А на сегодня я буду завершать свой видеоподкаст. Живи ярко. До следующей встречи. Пока-пока-пока. Даже надо просто-напросто вот чего-то просит. Дай, говорит, поесть, а не то не выпущу. И все дела. Здоровая шовчарка, но умная. Наверное, она часто встречает людей. Поэтому, как бы, ну ладно, с вас хоть чуть-чуть дайте чего-нибудь вкусненького. А нет? Ну ладно, поиграюсь с вами.